Впереди Новый год, да. Рождество. Да. Мы вас поздравляем. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Ну, во-первых, я тоже поздравляю с Новым годом, естественно. Это один из самых любимых моих праздников. Потом Рождество. Так случилось, что я родилась на Рождество. Поэтому Рождество у меня два праздника. Первое – это, конечно, Рождество, а уже потом все остальное. Вы знаете, непростое время сейчас наступило, да? Я много вижу по стране, я вижу, как живут люди. А мне хотелось бы, чтобы следующий год принес надежду, которая умирает последней, чтобы нам жилось лучше, чтобы люди наши были благороднее, чтобы люди наши были добрее. Ну и, конечно, благополучие. Загадайте хотя бы одно желание, и оно обязательно сбудется.